Подготовка молодежи к новому технологическому укладу, интеграция молодого поколения в научно-исследовательскую и промышленно-технологическую среду. Такая задача поставлена в послании главы государства «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции». В этом плане примечателен опыт внедрения современных технологий и методов преподавания лицея-интерната «Белем Инновация». Ученицы 11 класса Арайлым и Алтынай кропотливо собирают из мельчайших деталей различных манипуляторов. И у них уже есть целый ряд успешных проектов. Так, на первом фестивале идей «Хакдэй-2017» они стали победителями в двух номинациях. А проект «Умные остановки» привлек внимание областного акимата. Планируется, что он будет реализован в скором будущем. Свое будущее девушки связывают с робототехникой и цифровизацией. Мы сделали этот проект с помощью Arduino. Это не робот, это просто такая программа, такая вещь, и с помощью его мы собрали такой вот, не остановку, но программу. Например, когда холодно, к злоде, например, зима, да, и когда холодно, автоматически в остановке включается отопление. Вот, типа того мы сделали программу. А я хочу стать профессором в IT-сфере, потому что это меня очень сильно интересует, и я хочу поступить в Назарбаев университет. Научиться собирать роботам, по их словам, нетрудно. Сложнее писать для них специальные программы. Этому Арайлым и Алтынай учит преподаватель информатики Каирберген Амренов. Педагог уверен, в школах повсеместно должны обучать практическим навыкам робототехники и программирования. Тогда наши выпускники станут более конкурентоспособными. Для девочек это был очень большой опыт. И они увидели, что это действительно все реально и все реализуемо. То, что программирование это не так сложно, то, что не так сложно взять какой-то, например, контроллер, то же самое Arduino, подключить к нему датчики, запрограммировать, что это все будет работать. То есть они это увидели, опыт получили, и теперь они дальше собираются этим заниматься. То есть для них это интересно. Педагогический состав лицея-интерната «Белем Инновации» – один из сильнейших в области. Учителя регулярно повышают свои знания по программам Кембриджа и Оксфорда. Естественные науки преподаются на английском языке. В каждом ученике здесь стараются воспитать одаренную творческую личность – новатора. С этой целью реализуются различные проекты. Например, здесь в Хазларде мы вместе с Нишем сейчас подготавливаем VRO, то есть World Robotics Olympiad, будет проходить отборочный тур в Хазларде. Вместе с ними мы готовимся, мы, получается, немножко даже пишем как-то правила. Такой подход к работе дает свои результаты. Учебное заведение с более чем 24-летней историей в лидерах по региону. В прошлом году средний балл на ИНТ составил 102,5. 12 учеников успешно защитили Алтынбельге. Все 41 выпускник поступили в вузы. Кристина Алмасқызы, Алмат Миндыбаев, Досхан Сатпай, телеканал Кызылорда.